ребят, еще ролик еду. Смотрите, какие красоты. Боснийская дорога. Еду в сторону Сараева. Вот. Там вообще там уже темнеет вечерок. Вот какие красоты. Вот смотрите, там есть спуски. Очень красиво. Я, конечно, не знаю, здесь организовывали вообще здесь трекинговый маршрут какие-нибудь. Может быть, все это уже здесь сейчас потихонечку развивается, вот эта туристическая сфера. Пока непонятно. Я тоже сейчас уже просто так часто, постоянно в путешествиях, часто так меняешь. Я даже очень с информацией не знакомлюсь, потому что иначе то, что эта инфа, она ее слишком много в голове будет там что-то почитать. Уже тут пока вот не до этого. Много очень информации. И так впечатлений каждый день очень много. Каждый день что-то такое новое, какая-то красота, как тут. Выйдешь с кем-нибудь пообщаться, вот что-то такое, что-то интересное, потому что новое место, оно дает свой какой-то определенный колорит, такой вот вкус. Поэтому даже инф не читаю, вот то, что увижу, то и еду, в общем-то, как вот. Иду туда, смотрю, в общем, даже не готовлюсь больно вообще. Да и смысла я не вижу готовиться, потому что когда уже начинаешь готовиться, что-то смотришь, там информацию заранее, то, в общем-то, как-то красота теряется, понимаете? Получается, вы уже едете, вы уже знаете, куда вы едете. Вот, как тут этот уже получается, вы себе как-то безопасность настроили. А вот здесь получается самое интересное, когда вот этой безопасности нету, и вы, по сути дела, едете, и, скажем так, пространство как в тумане. И вот это продает определенную красоту. Неизвестно, что там будет. Не знаю, что там. Поэтому вот, по крайней мере, мне вот так вот гораздо интереснее. Вот, я такой вот, ну не хаотичный, может быть, а вот у меня такое вот спонтанное видение. Я, в общем-то, люблю, вот, когда там я не знаю, что будет. Для меня вот это гораздо приятнее. Там сюрприз или не сюрприз, неизвестно. Вот. Поэтому разные путешествия. Но мне кажется, когда вот этот момент, наоборот, вот его на нем не заостряешь внимание, а вот не знаешь, вот как раз вот здесь вот психика, она по-другому работает, и вот этот, есть этот вкус, такой вкус, и такая вот красота прям вообще, конечно. Не знаю, вот меня это очень впечатляет, ребят. Вот как так, вот отельчики такие стоят. С вами не буду пока останавливаться, пока светло, еще проедусь немножко. Такая уже горная местность. А, вот видно, виды здесь снимают фотки. Хотя нет, вот тут что-то туристическое, вот уже какая-то лесенка стоит. Ну, сейчас уже не сезон, уже 20 числа октября, уже не все закончилось, сезон. Поэтому уже все прошло. Ну, вот такие горы, у них красивые очень, смотрите. Вот. Дороги. Вообще, Боснии все пугали меня тут до этого. Боснии там, не знаю, не стоит туда ехать. Все у них, ребят, безопасно, так что если вдруг решитесь там, обязательно заедьте в Боснию. Очень классно. И, конечно, соответственно, страна там такая, ну, не вот как Европа, все гораздо попроще здесь. Она похожа больше на Россию. Но все равно стоит посетить, очень интересно. Здесь по ней стоит маршрутом покататься. По крайней мере, если вы там надолго уезжаете, вот, на автодоме я вот катаюсь, если у вас тоже там в планах будет, или сейчас уже есть автодом. Вот. Здесь можно посетить Европу, кататься, например, а там виза закончится, там у вас там же перерыв есть, например, на годовую получаете, там полгода, 3 месяца можете в Европе быть, а 3 месяца вот не в этой, а в другой зоне выехать надо будет. Вот. Можно сюда вполне выехать, здесь покататься, здесь пожить. Здесь сразу прайс на все гораздо дешевле, все экономично. Ну, тоже так вот, очень интересно много хороших мест. Вот. Так что вполне не стесняйтесь, здесь все безопасно. Я вот сегодня общался, я сейчас молодой начинающий блогер. Так-то я не молодой, ну как блогер молодой еще. Вот. Тут не мог разобраться, как там видео загрузить. Вот сегодня пришел в магазинчик у Бани Луки. Мне парень там все на английском объяснил, такой вообще грамотный. Прям все, я говорю, может что-то там ему заплатить тебе? Он говорит, нет, ничего не надо, спасибо. Вот он за мной там полчаса занимался, мной, вообще помогая мне. Там в аккаунт войти, там зарегистрироваться по-другому, в общем-то. Очень контактные люди, все доброжелательно, приятно. Вот. Вот как так, ребят. Счастливо вам.